Смотрите, какое замечательное устройство, да, на московском паркинге, чтобы не видно было его номер. Сейчас мы подойдем, поинтересуемся, как вы, Жон. Ага. А вот такой. А что заставляет вас нарушать, скажите? Ну, водитель. Хорошо. Да. Здесь вот такая же картина. Здравствуйте. А скажите, кто и что или что заставляет, заставляет вас вопросы нарушать? Зачем? Ни на какие вопросы я вам не обязан. Конечно, не обязан. Отвечать. Я же не говорю, что обязан. Я вас не знаю, вы меня не знаете. Мы можем познакомиться. Меня Андрей сюда. Викторович зовут. Очень приятно. Зачем очень нарушаете, хорошо. Скажите? Ничего я не знаю, ничего не видел, сломались? Не могу сказать. Вам помочь ничего, можно? Что-то солнышко очень светит, отойдите, пожалуйста. Какой вы молодец. Меня Андрей Абрамович хороший, молодцы. Андрей Абрамович, а не подскажете, что тут заставляет нарушать вас здесь стоять? Нас, да. Нас нарушает нарушать инспектор ДПС, который нас вызвал, да, на аварийную машину, которая здесь стоит. Понятно. Чтобы их эвакуировать. Давайте накажем инспектора. Пожалуйста. А где он? Ну, сейчас подъедет. Ага, подождем, отлично, спасибо. Сейчас подъедет, ты можешь его наказывать. Да, сейчас так и сделаем. А он сказал вам встать и нарушать, да? Он же вас вызвал, чтобы вы нарушали или что, или просто поставили? Нас вызвали на да. машину. Я понял, ну, он сказал, встаньте и нарушайте, да, вот он вам сказал? Он не сказал нарушать, он остановить. А, ну а что, зачем же тогда вы с нарушением-то остановились? Предметы скрывающие, да? Номерной знак. Вы не обязаны трогать ничего, и я вам не обязан. Конечно, не обязан. Никаких, я просто ничего. У меня гражданская позиция что? Такая. Гражданская понимаете? Позиция, отойдите, пожалуйста. Конечно, конечно. И руками трогать, пожалуйста, не надо это ничего. Это предметы, которые выставлены на дорожную сеть. Пожалуйста, это нарушение. Пожалуйста, по пожалуйста. Кап, вы понимаете Москвы? Русский язык? Или конечно. Вам как по-другому объяснить? Конечно, понимаю. Понимаете? Вы пожалуйста, нарушаете отойдите. Кап, да, Сергей Васильевич! А? Поехали! Так, убирай конус, а то движение-то с закрытым номером. Поехали! О, машина едет! Аккуратно! Уберите ноги! Понятно? Ага. Какой артист, молодец! Автобус фотографировали? Конечно! Я думал, вы как раз будете его убирать. О, а вот и номер. Замечательно. Послушайте, его надо! Тихо. Отойдите в сторону! Вы сейчас чуть не убили меня, да? Говорит. Или вы никак не понимаете по-русски, да? Я очень хорошо понимаю по-русски. И сразу по коням и уехали неожиданно. И уже инспектор не вызывал, оказывается. Или не сюда. Вот, молодец, пристегнулся. Умничка, царкач-то наш. Это назад, а тебе надо вперед. Вот, молодец. Котеночка какой, чуть не сделали. Ой, молодец, молодец. До свидания, товарищи. Больше сюда не приезжайте. Мы вас здесь не ждем. Это, напомню, улица Кравченко, 16. И здесь беспредел не пройдет.